А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Кейс Даниман, также Донни. Сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прыжки через всю карту GTA 5». Кокусяда, ребята. Вау, я свалился, что? Короче, друзья, сегодня мы пытаемся заспавнить новые тачки проекта, прыгнуть на них через всю карту и, конечно же, победить. Ну, а вы, в общем-то, ребята, также порадуйте нас, поставьте лайки. Давайте наберем 3000 за 3 секунды. В общем-то, готовы? 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 1, 2, 3! Кто успел, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если нет, то плохо. Мы начинаем, в общем-то, прямо сейчас первая точка. Мы по одной, да, делаем с тобой? По одной на первый раунд, и пока... О, у тебя не лучше, слушай. Ну, в общем-то, пора ставить нитро и начинать. Давай. Мы готовы, ребята, первый раунд. Погнали, желаю удачи. Так, это новенькая какая-то Мазда, у меня даже не было нитро на ней. Что у тебя там? У меня морда вниз. 1050! 1070! О, что? О-о-о-о-о-о-о-о! Ты куда? Ты куда без меня? Дай я к тебе сяду, офигеть, пожалуй. Офигеть, она полетела! Офигеть, ребята. Кстати, а там где-то моя была? Видите мою? Не видите, ну ладно. А, в общем-то, да, кстати, очень хорошо полетел. В центр города прям... Ну, неплохо. Первый твой балл. Слушай, и... Слушай, ну, прям да. Даже да, прям экстра. Я надеюсь, что... Хорошо. Да, экстра мы побьем, потому что, ребята, вообще, что такое экстра? Это та тачка, которая летает дальше всех, получает экстра балл по окончанию. Вот, я надеюсь, что мы побьем, а теперь переходим на второй раунд. Итак, друзья, второй раунд. Я спауню две тачки. Вонюка, ты, ну... Одну... Надо почему одну? Аферта! 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 Ты одну спавнишь просто. Мне показалось, что ты клацал сейчас. Не-не-не, ребята, честно, признаются не в комментариях. Ребята, напишите в комментариях, чтобы Донни потом прочитал и увидел, что действительно все было... Рандоме! На рандоме! На рандоме! Один раз было! Один раз было всего лишь! Один раз просто! Чё это за тачка? У тебя чит же, да? Да, братан, да. Блин! Блин! Ну что это такое? Ну рандом, ты же вроде бы мне выдал неплохой. Да ну, не кричи, я прям хочу к тебе сесть в тачку. Не надо, не надо, не спойлери. Да блин, ладно, я сажусь тебе в тачку. А, у тебя закрыто. Спек, спек, смотрим, короче, со спека в итоге. О-о-о, мать. Офигеть. Со второго раунда, ребят. А, да ладно. Ну прям он улетел, так улетел, да? Жалко, что не у меня. Жалко, 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 жалко у пчелки, ладно. В общем-то, спаю, точнее, фриз вот здесь тачку, капец. Ну у тебя грязный стал, фу, ты грязный. Валим от тебя. Кстати, а я приземлился на аперте вот сюда, понял, короче? Где, собственно, лес наш. Догадываю. Отлично. Лес, да, наш приземлился? Да, да. Ну, в общем-то, ребята, ладно, второй пауза, Донни, идем на третий раунд. Давай, попробуем. Итак, ребята, третий раунд, мы готовы, начинаем. Первый раунд, тачка, вторая тачка. Не идет. Так, чит. Первая. Ну, форт. Форт такой вторая... себе. Так, сера брать мы не будем. Так, хо-хо-хо-хо, выбор невелик. И выбор, в принципе, хорош. Ладно. А, ты выбрал, да? А я, извиняй. Так, тихо. Все, поехали. Поехали, ребята, пробуем. Так, отлично, тебя перегнал. 800. А, не, не перегнал. 1000? 1120! У тебя что? Есть, братик, не парь. У меня парашют открылся! У форда! Она у меня теперь тормозит, ребята. Обтекаемость нарушена, и я падаю всего лишь на мегамоле. Да, короче, капот открылся, получается, сзади. Ну, типа багажник, ну, типа капот, там, короче, движок же. Вот, я падаю на мегамоле, прям такое себе. А ты, кстати говоря... Вообще неплохо. Неплохо, да. Слушай, ты запарил третий раунд уже подряд, и третий раунд уже за тобой. 3 балла у тебя. Мы переходим на четвертый. Короче, поднажмите, нам нужны ваши комментарии. А точнее мне. Сейчас рандом выдаст мне тачку, и я покажу, как это работает. Погнали. Короче, все, вы комментарии написали, там хэштегами завалите, что только вот угодно. Просто куча комментариев пишем. И смотрите, как это работает. Прямо сейчас мне вот падает чит-тачка. Ну, не сейчас, вот сейчас чит-тачка. Как я и говорил.
Неплохо, как я и говорил. Это работает. Так, вторая. Так, подожди-ка, этому удалять, удалять. А, MX5, я тебя уже... Ты удалил гелик? Я не то удалил? Я не то удалил? Да, ты... G65 AMG он был, я точно знаю. Да. Все, быстрый словно AMG на GT Coupe. У! А! Ага, 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 так, вау, у меня то же самое, в принципе, у гелика, так, короче, остановочка, аккуратно, все, готов. Говорю, остановочка. Уйди, да почему ты мне мешаешь? Я? Короче, да, ты мне помешал просто, ты меня затормозил, я бы так уехал уже. Так, ладно, четвертый раунд, ребят, за мной, я надеюсь, будет, да? За наезды вообще. Все, отлично. Отлично, у меня нос зачесался. А-а-а! Слушай, все отлично. 1600 была скорость, но... 1800 почти. Да? Да. Я же сказал, это чит-гелик, который летает. И он, кстати, выпал вторым после... Ну, первой тачкой. В общем-то, ребята, комментарии работают, как я и показал, как я и говорил. Так, а у тебя, ты куда-то упал? На Вайнуде, да, получается? Понимаю. Слушай, да. Ну, отлично. Отлично, потому что, ребята, это мой балл. Это 3-1. Начинаем отыгрываться, сейчас все будет. Так что переходим тогда мы. Да, попробуем, на уже пятый раунд у меня, да, все, гелик упал здесь. Итак, ребята, пятый раунд, мы готовы. Прямо сейчас, смотрите, короче, выпадает хамыш. Вы серьезно? Трансформер. Понимаю. Так, и... РС, которая тоже, в принципе, летает, но будем брать хаммейдж мы в любом случае. Короче, ребята, я же сказал, работает. Ваши комментарии реально помогают. Уже второй раунд прям подряд. Сказал, все когда... получается у нас. Ну, а все потому, что мы банда. Мы с вами банда, короче. Пахучий ветер называется. Это чувство. Да. Короче, а... Что? А... Что? 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 1150? 1100. Ну ты дальше? Ну, ты врешь, нет, слава богу. Облегчил и снова меня, в диком танце кружимся. А, пока. Пока. Мой балл 2-3. А, как минимум, пятый раунд за мною. Но... Но. Да, да, все, точно за мною. Отлично, ребята, все. Вот это уже, как говорится, праздник на моей улице. А мы отправляемся на шестой раунд. И снова я вспомню три тачки. Прямо сейчас смотрю. Я напиваюсь. Снова говорю привет, потому что привет, выпал демон мне. О, да? Ну не демон, а, короче, этот неплохой так-то автомобиль, который, по идее, тоже должен летать. А додж, ну, погнали, по идее, да. Пробуем. Как минимум, да, 700. 800. И все. А, ну 1000. 1100. У тебя что? Ну, у меня 1000 тоже стоит примерно так же. 1100, да? Ну, поэтому, точнее, ты падаешь, а я пока не понимаю. Да, твой балл. Тут твой балл, к сожалению, да, ты дальше в любом случае. Хотя, подожди, сейчас порикошет еще пока непонятно. Ну да, я тоже тупо встал. Обидно, 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 ребята, получается, что это твой балл, 4-2, мы идем на седьмой раунд. Итак, ребята, мы готовы, седьмой раунд, поэтому... Павним, блин. Мерседес, вторая так, тачка. Уже мерен. А это что такое? Неплохая у тебя машина. Вот что такое? Очень. Вот это гардинчик? Строенчик? Не знаю, но это как бы, да, это считается, летает на или нет, я не знаю. Блин, я так, реально раз, не знаю, два. 129. Давайте не будем рисковать, ребята, давайте три. Лучше возьмем Мерс. Хотя я в Мерсе тоже как бы не уверен. Хорошая Мазда, которая летает. По-моему, у тебя... Что берешь? Не. В смысле нет? В смысле нет? Но правда летает. Да правда летает. А я как думал, я не прогадал, ребята. 1500! Уху! Вот что Мерседес, это очень круто, но у тебя тоже летающая тачка, как я помню. Поэтому тут уже вопросы. 1150, вот так. А, тогда изи. Тогда получается, ребята, 4-3 уже. Потому что Мерседес прилетел аж на Вайнвуд, и седьмой раунд за мной. Слушай, идем прям практически бок о бок, но только вот твой экстра меня напрягает. Хотелось бы, конечно, его тоже побить. Ладно, переходим тогда на восьмой раунд, здесь все понятно. Давай. Итак, ребята, восьмой раунд, мы готовы, спавним тачки. Так, первая, вторая. О, прикольно, а можно на ней? А можно на ней?
Ладно, глянь, она не считается. Ты посмотри, что мне выпало. Комбо. Комбо. Комбо просто, братанчик. Просто то, что и надо. Как бы, подожди-ка, а мне? А мне? А, это считается? Не, грузовики же мы не считали, по-моему. Наверное, нет. Или считается? Или нет? Да по-моему, нет, мы не считали грузовики, да. Так, и брабус. Но из всего, что здесь есть, ни одна из машин у меня как бы не летает. У тебя, в принципе, тоже не летает. Поэтому давай я возьму брабус. И мы попробуем. Поэтому давай, погнали. Давай. Два гелика. Давай. Какой будет лучше, интересно, сейчас узнаем. Так, 700, ну, 800. Они такие себе, мы знаем. Но они да. не летают вроде как. А вот мой 1100, 1150 почти было. Ну, короче, почти, да, отлично, ребята. Это получается мой балл. И по баллам-то 4-4 уже, братан, понимаешь? Да? Неплохо, да. Изи. Начинаем выигрывать, это не может не радовать. Ну, конечно, полетели не так далеко, но все равно, в принципе-то, неплохо. Как бы здесь, возле Франклина, ты упал. Ага, понятно. Да. Понятно. Переходим да, на девятый раунд. Плохо. Давай. Да. Итак, девятый раунд. Спавню 3 тачки. Audi. А, самолет не считается. Так. Mercedes. И. Два. Это что такое? Ха! Какая-то. Исчадие ада, реально. Ладно, короче, выбираем тогда, наверное, Мерседес, потому что, в принципе, Мерседес хорош, топовый. А по идее, старые Мерседесы все летают. У тебя Ауди, кстати говоря, тоже неплохая. Ну, попробуем, погнали. Моя Ауди скорее ездит, чем летает, но... 1200, 1500, 1600. А, я не прогадал, почти да, 1800 да, было. Да. Ребята, сегодня просто офигенные У-у-у. Тачки мне завозит. Супер просто, супер. Так, у тебя получается, что там? У меня, конечно, таких супер нету тачек, но в целом... Сколько? Сколько? Да 1100 сколько. 1100, там не было таких понимаю. Прыгучих, да. Так, ну у меня 1800, я лечу, в общем-то, до второй горы, точнее, до первой горы. Я ее, к сожалению, не перелечу, чуть дальше, в общем-то, леса. Сейчас посмотрим на рикошет, и рикошета, наверное, здесь не будет. Ну... Как я и думал, в принципе, да. Окей, ребята, это мой балл 5-4, мы идем на 10 раунд. Давай. Итак, 10 раунд, мы уже готовы, поэтому смотрим. Тихо, спавним. Чё взорвал? Понимаю. Тайкан, блин. Так, понимаю. А трактор не считается и... так. А, тоже не считается так. О, скраб же не считается так. Это не считается. Дайте мне тачку, краб. Ну, краб, можно сказать, считается. Ладно, вот это получается краб, и все. Краб. Своим крабиком. Ну, тоже старый Мерседес против нового Мерседес. Давай посмотрим, кто будет лучше. Чей Мерседес, да, так посмотрим. Сказать. Духом силен. Конечно, новый. Ну, плюс-минус. Свежее, чем мой, как минимум. Ну, свежее, да. Так, 1100. 250 было на прыжке 1100. 1300. О, да? Да, блин. Да, неплохо. Обидно. Неплохо. Я думал, я выиграю все раунды. Ну типа ты оставшиеся. Захотел. Ну да, захотел, да, конечно. Так, это получается 5-5 по всем баллам. То есть у нас как бы, ребята, ничья. И у нас остается 11 раунд. А, да, я падаю вот здесь на монашке. А ты, кстати, приземляешься, понятно, возле мейсбанка. Окей, погнали на следующий раунд. Давай. Итак, ребята, следующий раунд. Я спавню две тачки. Так, а не считается. Да, блин, ну, срок выпал. Неплохо. И Lexus. Ну да, выбора нету, короче, беру Фольц. Как бы. Так, у тебя что? Скоро рассвет. Венена, баги. Виха, да нет. Обидно, один раунд, кажись, тоже не за мной. Хотя не факт, потому что вроде эта тачка тоже что-то могла. Или нет? Нет, не могла. 900 всего лишь, прикинь. Да, 900? 930 всего лишь. 950 даже, если так быть точнее. Обидно. Ну... Да, обидно, просто обидно. Так, а у тебя там что? Я тут с трудом 1000 с копейками выжил. Ну, неплохо. Ты дальше, чем я. Это, конечно же, твой балл. Ну да, подальше. 6, буквально. 5 получается. Ребята, по баллам я вообще плохо прыгнул сегодня и сейчас. Ну, ты на мегамол приземляешься. В принципе, для Венена как-то слабо. Я думал, она летает, ну, подальше. Не, она вообще я оказалась понял. Не летучий какой-то. Окей, да. Окей. Идем тогда на 12-й раунд. Прямо около... Рядом с моей Маздой. Тачки, оставлю да. вас наедине. Итак, 12-й раунд. А, спавню тачки. Снова у меня две. Раз. Р8. Блин. Что это? Что там у тебя? А, это Луазик, который какой-то непонятный. Это, и... Ну, это GTA-шная машинка, да?
Да, по-моему, GTA-шная, на самом деле. Да, так, это не считается так, это, ладно. Подожди, а что за тачка такая? Одесса? В смысле, Одесса? Что? Что называется Одесса? Нет, это не GTA-шная, это на Запр какой-то похож, на самом деле. Да, но написано какой-то вообще Рон. Ну, какой-то Запр похож. Рон. Хрен знает. Так, это... О, я возьму R8, на самом деле. А ты что будешь брать? У меня еще третья, сейчас заспавню. Ну да. Что это у меня? Бентли. Знаешь, что я хочу пробовать ее, вот эту малютку. Ну попробуй, попробуй, как бы, почему бы нет. Есть летающие тачки. Мне баллы нужны, почему бы нет, сейчас будет 6-6. Либо же малютка улетит за... Нет, я просто хочу посмотреть, мне больше интересно даже. Так, 1300, хорошо прыгнула, 1300 получается R8. Летит достаточно неплохо, да, кстати говоря, до Мейзбанка, вероятнее всего. Нет, у меня обычная получается R8, просто из нового пака. Так, и она падает на кубы, кстати говоря. Ну, так себе. Ну, принципе, не, это так шляпа себе. Не поехала. Так, 1100. Ну, тут все понятно, давай к тебе прыгнем просто. 1100. Но... Ты на кубах упал? Да, я на кубах упал, ты туда, наверное, не долетишь. Да, ну, ты не долетишь туда явно, 1100, да. 6-6. Да, отлично, ребята, 12 раунд за мной, остается не так много раундов, и, в принципе, мы пока наравне. Конечно, ну, твой экстрабал меня прям напрягает, хотелось бы его выиграть, но... Как пойдет, окей. Итак, 13 раунд, мы готовы. Так, давай спавнить. Давай, давай, давай. Хорошо. Давай. Так, это не считается так. И... Да, все, я понял, что буду брать. Я буду брать вот эту машинку. Так, у тебя там что? Ай-я, Феррари еще как может. Ладно, у меня тоже, в принципе, неплохая машинка. Давай. У меня плохая машинка. Да? 1200 кое-как разогнала. 1200. 1800. Понимаю, просто в точку, просто ушуршал. Просто, да. Давай, короче, улетел. Просто к тебе прыгнем, посмотрим, куда приземлишься. Слушай, очень хорошо. Это получается 7-6, да плюс еще экстра, остается 2 раунда всего лишь. Мне надо все 2 раунда затащить. Это получается тогда 8-7-7-8-8. Надо еще и экстра побить, получается, за эти 2 раунда. Я не знаю, возможно это или нет, но ты очень хорошо полетел. Да, погнали тогда перейдем на 14 раунд. Итак, 14 раунд, мы готовы. Спавню следующие тачки. Блин! А, стоп, это же замененка, по идее, правильно? Да, это Осия, кстати. Ну, вот так вот сделал. Бой. Блин. Ладно, две тачки. Ты вылетел. У меня Меган. Да, кстати говоря. И Хонда, к сожалению. Ты вылетел. Прикольно. Я тебя удалю. Понимаю. Так, ладно, у тебя Кобра, в принципе, и ждем тебя. Я просто думал, типа, это летающий чит Бугатти, и я прям такой расстроился уже. Ну ладно. Не, так, такое? У меня на самом деле баба МРБ. А этот Меган у меня 1100 всего лишь разогнал. Что вообще слабо? Я думал, он 1300-1400 должен лететь. Тут вообще слабо, тупо Мегамол. Тупо Мегамол. Это получается, ребята, 6-8. И прямо сейчас в этом раунде я должен как минимум это побить твой экстрабал. И, соответственно, ребята... Да, понятно. И выиграть тогда. И тогда все у меня получится. Будет у нас ничья. А если нет, то нет. Ладно, понятно, короче, здесь все ясно. Переходим на последний раунд. Итак, ребята, последний раунд. Смотрим. Так, это не считается так. Дай чит. Дай Магнум. Да не Бугатти. Дай Магнум. Ну... А, у меня же все уже получается. Три. Блин. Ну, у меня Бугатти получается. Точно тебя, нет, точно как нет. Бы, ну, у меня да, старенькая мафиозная тачка. Окей, так, а Бугатти, подожди, она летит? По-моему, прыгал, ты да. На ней прыгал, да, получается, понял. Ладно, давай попробуем. В принципе, так, тихо, аккуратно. Там, да, по чуть-чуть так клацать, пока не... Да, все зацепилось. Так, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. У тебя что было? 1400 с чем-то. Ну тоже неплохо, слушай, я пока тебя не вижу, ты где-то на сценарии. Вон, да, вижу тебя, вон белое пятно. Ребята, видите его, кстати, вон, он падает уже, получается. Неплохо, да. Да, я, конечно, обгоняю тебя, но по общему количеству баллов это всего лишь 7-8, плюс твой экстра 7-9. И сегодня, к сожалению, тебе завезло больше, рандом дал тебе более крутые тачки, и ты победил. В общем-то, ребята, спасибо всем огромное за просмотр, если ролик понравился, обязательно ставьте лайки, всем удачки и всем пока. Пока, ребят.